Коробка, сварка, резка. После из металла производят промышленные стеллажи и мебель. Кубинскому заводу уже более 20 лет. Компания активно применяет современные технологии, улучшает производственные процессы. Ее изделия можно увидеть во многих крупных сетевых магазинах. Первое, что вы видите, это сумочница, куда нужно положить свою какую-то кладь. Это будут наши изделия. Соответственно, если вы пройдете к ним на склады, вы увидите стеллажи, где лежат продукты, какие-то компоненты для внутреннего пользователя. А это тоже будет наша продукция. Ассортимент продукции постоянно растет. Недавно появились новые линейки товаров для дома. От мягкой мебели до кухонных столов и стульев. На предприятии трудятся больше 300 человек. Действует программа наставничества. Она позволяет с нуля освоить новую профессию под чутким руководством старших коллег. Человек может прийти буквально помощником на линию и через какое-то время стать оператором ЧПУ. Здесь как бы это постоянное, причем явление, не разовое. То есть у нас люди растут, обучаются достаточно часто и быстро. В планах у руководства предприятия провести среди сотрудников конкурс профессионального мастерства. На встрече с главой округа также обсудили сотрудничество с Одинцовским техникумом, центром занятости и школами. Администрация готова помочь наладить взаимодействие. Карина Яряшева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».